Политический диалог между двумя братскими странами, Азербайджаном и Грузией, всегда был и продолжает оставаться активным. На встрече в Баку с находящимся с визитом в Азербайджане премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили президент Ильхам Алиев подчеркнул, что стороны тесно сотрудничают в вопросах внешней политики. Конечно, укрепление политических связей между нашими странами важно не только для наших народов, но и для всего региона. У нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Сегодня состоится заседание межправительственной комиссии. Уверен, что на этой встрече будут рассмотрены многие важные области, будут подведены итоги проделанной работы и запланированы наши следующие шаги. В ходе двусторонней встречи лидеры обсудили традиционные сферы сотрудничества, такие как нефтегазовый сектор, электроэнергия, транспорт. Стороны отметили, что уже видят пользу от реализованных проектов, которые важны и для многих стран евразийского региона. На встрече с президентом Азербайджана Ираклием Гарибашвили отметил, что данный визит – хорошая возможность обсудить прекрасный уровень двусторонних отношений. Несомненно, Грузия заинтересована в укреплении наших двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это будет основой для сильного экономического развития. Это мой второй визит в Азербайджан в этом году. Уверен, что это будет еще одна плодотворная встреча. Каждая встреча руководства Грузии и Азербайджана является знаменательной, уверены эксперты. Это определенное подытоживание тех результатов, которые достигнуты в формате нашего добрососедского партнерства и сотрудничества. И в то же время это обозначение новых целей, новых задач. Такая встреча и такие встречи еще более знаменательны и в региональном контексте. Грузия и Азербайджан являются очень значимыми контрибуторами в плане установления стабильного, о целях установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе. Ожидается, что визит Ираклия Гарибашвили в Азербайджан придаст новый импульс азербайджано-грузинскому сотрудничеству. На сегодня запланировано и проведение 8-го заседания экономической комиссии. Эсмира Алиева, CBC.